Аллах в Коране говорит: «Аллаху нуру самавати валь ард». В сурате Нур Аллах субхану тааля говорит: «Аллах – свет небес и земли». Дальше Аллах субхану тааля, не будем все аяты читать, но в конце этого аята говорит Всевышний Аллах: «Яхди ляху ли нурихи ман яша». Аллах ведет к этому свету того, кого пожелает, к нуру Аллаха. Теперь задается вопрос: где этот нур? Где можно найти свет Аллаха? Аллах говорит в аяте, который после этого: «Фи буютин азин Аллах». То есть в домах, в мечетях нур Аллаха субхану ва тааля. Поэтому по милости Аллаха мы сейчас сюда пришли, и здесь нур Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Уважаемый брат, если кто-то из нас сейчас бы хотел бы выйти отсюда и посмотреть следы, остались ли они сюда или нет, пускай это когда будет там, например, зимой, когда человек оставляет свои следы, он может выйти, и его следы он же не увидит. Они ветром Аллах заберет эти следы, или кто-то почистит двор, следы пропадут, но однако в небесах тот, кто зафиксировал эти следы до судного дня, малек, ангел. Аллах в Коране говорит: «Инна нахну нухил маута, ва нактубу ма каддаму ва асарахум». Поэтому мы воскресим мертвых и запишем все, что они сделали, и зафиксируем их следы. Поэтому если даже в этой дунье ты не увидишь свои следы после того, как выйдешь из мечети, они зафиксированы, и увидишь их в судный день.